Всем здравствуйте! Сегодня в публичном пространстве появилось давнее неопубликованное интервью Юрия Шатунова. В нем артист откровенно рассказал, что любил жить праздно. Шатунов неожиданно для всех заявил, что старался исключать из гастролей даты с 1 по 10 число, так как в это время он всегда любил уходить в загулы. Все куплено, осталось отпраздновать 2 дня рождения. Мой сына, у него 5 сентября, у меня 6-го. Начну я 1 числа, а закончу 10-м, признавался певец. Отметим, что 29 августа исполнится ровно месяц, как вышла премьера последнего цифрового сингла Юрия Шатунова «Каждому свое». Певец закончил запись трека буквально за несколько недель до своего ухода из жизни. Песня должна была войти в будущий альбом Юрия Шатунова, но ее решили выпустить самостоятельно. «Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен», – поет Шатунов в песне. Сейчас многочисленные фанаты певца воспринимают эти слова как крик отчаяния. Очевидно, Шатунов очень хотел освободиться от цепких лап своего директора Аркадия Кудряшова, который выжимал из музыканта все по максимуму. Напомним, 6 сентября Юрию Шатунову могло бы исполниться 49 лет. По этому поводу преданные поклонники певца планируют организовать вечера памяти по кумиру в разных регионах страны. К сожалению, семья Шатунова и директор певца Аркадий Кудряшов отказался участвовать в организации памятных мероприятий. Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Причиной стал обширный инфаркт. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!